Привет, ребята. Или, как говорит Мона, хай. Смотрите, как Мона старается. Лупит этой палкой почем зря. А можно ли как-то обойти эти капканы без палки? А давайте попробуем. О, нет, нет, я не это имел в виду. А пока Мона думает, я сразу оговорюсь, что первый большой капкан перед гнилым деревом мне обойти никак не удалось. А было это так. Ну вот, без палки никак не получается. Но потом Мона собрался с мыслями и пошел. Ну вы поняли, нужно идти по самому краю картинки, все время подпрыгивая. Вот он, коварный капкан. Вот так мы тебя обошли. Ну-ка посмотрим, что у нас получилось. Все капканы на месте, и мы можем не бояться погони. Ну вот, как-то так. Надеюсь, это вам пригодится. А пока, пока. Вернее, хай.